разбили, все размолотили, раскрутили, отбедовали меня, мне сильно рука болит, это там сбито. Неважно, я себя чувствую, я так, неважно, да это еще я, неважно. Все, конец света. Тут сразу же, ну, тут же сгорело вот это все. И мы же побежали, ну, у нас очень мало квартир, побежали же проверить, что как, а у нее заблокировала дверь, и никак, вообще никак. Ну, и мы вынесли лестницу с подвала, и через балкон залезли военные, вывели ее на улицу. Ну, так, трохи и под носом крови, рука болит, и на плече крови, на ногах. Мы быстро вызвали скорую. Отказалась бабуля ехать. Я сказала, что я не хочу, я буду ходить там тоже. Все сгорело у нас, вся помощь людям, вся аппаратура сгорела. Многие годы это церковь. Мы арендуем это помещение для людей.